Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас 6 мороженых Магнум в шоколаде. Сначала я хотела взять разные, но потом подумала, нет, в кадре будет красивее смотреться именно все шоколадные. И почему-то, не знаю, как у вас, но у нас это мороженое считается самым-самым дорогим. Вот. Но я, если честно, огромной разницы не вижу между бюджетными аналогами и вот этой прелестью, но все же. В жаркий летний денечек самое то. Нектарин. Вчера мы весь вечер клеили обои в моей квартире. Закончили с одной комнатой. Сегодня, если будет время, поедем, купим обои для других комнат. Уже коридор мы будем клеить без двоюродного брата, сами, с мамочкой. Я уже даже выбрала обои. Но, скорее всего, буду снимать для вас, как мы выбираем занавески, как мы выбираем карниз. В общем, все это буду снимать, потому что я заметила в комментариях, что вам нравится эта рубрика. Я на самом деле все боялась вам надоесть с квартирными темами, но в комментариях я замечаю, что вам нравится, так почему уже не снимать? Смертельный номер делаем вот так. Также вчера я пошла покупать себе наушники, потому что свои я посеяла. И вы знаете, я была просто шокирована. Я человек, который всю жизнь пользуется андроидами, покупает наушники за 90 рублей. Всегда. Тут, блин, с айфоном столько мороки. Все неоригинальные наушники, они подключаются через Bluetooth, это все работает ужасно. Точнее, то работает, то нет. Ты покупаешь наушники, и непонятно, в этот раз включится музыка или нет. Поэтому пришлось взять оригинальные, и я просто была в шоке от цены на наушники. Проводные, обычные наушники за 2500. Уже все тает. В общем, во мне проснулся жмот. Но все равно я решила купить. Обычные китайские наушники, проводные, почему должны подключаться через Bluetooth? Как они усложняют жизнь, я не понимаю, зачем. Летом в жару Magnum 6 штук.
Это прям кайф на самом деле. Короче, все-таки купила. Вот сейчас я думаю, новые айфоны, там в коробке нету ни наушников, ни зарядки. И прикиньте, еще добавлять столько денег и покупать все это дело. Это очень вкусно. Кстати, хотела спросить у вас совета. Как раз выложу видео. У нас с мамой возник вопрос такой. У меня в спальной комнате нету карниза. То есть нужно купить карниз. И мама предлагает купить его на всю стену. То есть окно, например, на середине с дверью. А мама предлагает купить прямо на все. На мой взгляд, это очень сильно будет уменьшать зрительно размеры комнаты. Мама говорит, по-другому будет некрасиво. Как вы думаете, стоит ли на всю стену делать занавеску? Напишите, пожалуйста, как сейчас актуально, как сейчас делают. Я просто не понимаю, зачем всю эту стену делать окном? Наверное, брат говорит, что так будет красиво. Мой парень говорит, что так будет красиво. Не знаю, я в замешательстве просто. Кстати, совсем забыла вам показать, как вы думаете, что это? Это высушенный фрукт. А какой? Мама мне дала сегодня утром вот этот вот фруктик высушенный. И говорит, как ты думаешь, что это? Я откусила, попробовала. И такое ощущение дежавю. Вот как будто я этот фрукт ела. Ела постоянно, но понять не могу, какой. Один, второй, третий. Они очень сладкие. Мама говорит, сказать, какой фрукт. Я говорю, не, не говори. Сейчас я сама догадаюсь. Ем еще один и не понимаю. Оказывается, это грецкие орехи, высушенные. Еще в недоспелом возрасте, периоде точнее. Просто очень-очень вкусно. Но мне кажется, цвет немного, конечно, добавили. Хотя грецкие орехи недоспелые, они реально очень зеленые, яркие. Последний красавец. Уже все тает. Ну что ты будешь делать, а?
Вообще, я часто смотрю американских блогеров. Мне это очень интересно. Интересна их жизнь, о чем они рассуждают и так далее. И однажды она снимала влог, в супермаркете что-то покупала. И чисто случайно, боковым зрением, я увидела у нее мороженое Magnum, которое стоило $5. Такое большое, как ведрышко. И это же ведрышко я видела у нас в магазинах. Оно стоит в 3 раза дороже, поэтому мне интересно задать вам вопрос. А сколько у вас стоит мороженое Magnum? Просто по мне мороженое как мороженое, то есть ничего такого, знаете, особенного. Хотя, может, я не профи по мороженым. Раньше я мороженое всегда запивала чаем. Это смотрелось максимально просто тупо и глупо. И все вокруг задавали мне вопрос, зачем ты это делаешь? Ты что, проспорила? Почему-то общество нам навязывает какие-то стереотипы, что вот это с этим сочетается, а это с этим нет. Мне нравится. Если я ем мороженое, я обязательно должна чем-то запивать. Либо вода, либо чай. На этом все, мои хорошие. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я буду безумно благодарна каждому, кто подпишется на мой канал. Всех люблю, целую.